Дорогие друзья, сегодня рано утром нам стало известно об этой ужасной трагедии. Оказывается, несколько дней назад под Санкт-Петербургом произошла авария, в которой пострадала известная российская певица Земфира. Сообщается о том, что она со своей музыкальной группой направлялись на концерт. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась на крышу. Их всех из автомобиля достали сотрудники патрульно-постовой службы. На данный момент певица Земфира находится в больнице. Мы пытаемся узнать, в каком состоянии певица, но пока это невозможно, друзья. Очень мало информации. Полиция многое чего скрывает в интересах следствия. Сообщается о том, что есть подозрение, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Оставайтесь с нами на нашем YouTube-канале и смотрите наши выпуски каждое утро, друзья.